Всем привет, с вами Катя с очередным обзором от компании Allo. На этот раз у нас в гостях не смартфон, не планшет и даже не телевизор, а такое необходимое в каждом доме приспособление, как стиральная машина. Однажды мы уже рассказывали вам про стиральные машины компании LG, а теперь настало время уделить внимание другому корейцу компании Samsung. Компания Samsung всегда уделяла много внимания дизайну своих устройств, даже если это стиральная машинка, место которой в ванной или на кухне. Впрочем, какая разница, где именно стоит прибор? Вот я абсолютно уверена, что любая техника обязана быть не только функциональной, но и очень красивой. Интересно, что дизайнерам компании удается создавать не просто красивый, но и узнаваемый дизайн. Вот смотришь на эту модель и сразу понимаешь, что она производство Samsung. А когда дизайну устройства уделяется столько внимания, то понимаешь, что с технической точки зрения оно должно быть очень хорошим. А как вы считаете, что самое главное в стиральной машинке? Лично я считаю, что это барабан. И самые современные модели от Samsung оснащаются особыми барабанами, называемыми Diamond Drum. У них специальная поверхность, состоящая из множества прямоугольников с маленькими отверстиями для стока воды. Благодаря этому белье в барабане лучше скользит, на него оказывается меньше физическое воздействие и можно смело стирать самые деликатные вещи. При этом барабаны отличаются максимальной загрузкой. Самые маленькие рассчитаны всего на 4 килограмма белья, в то время как в большие можно поместить сразу до 12 килограмм. Одним разом можно избавиться от целой кучи грязной одежды или можно постирать огромный теплый плед, который раньше приходилось носить в химчистку. Также обязательно нужно рассказать, что многие модели оснащаются инверторным двигателем Digital Inverter Motor, который крепится напрямую к барабану и меньше подвержен износу. Плюс керамическими нагревателями с двойным покрытием, не боящимися появления всяких там неприятных накипей. Про такие модели сам производитель заявляет, что они могут верой и правдой прослужить вам целых 10 лет. А еще разработчики недаром с гордостью говорят об интеллектуальной функции Fuzzy Logic. Благодаря ей стиральные машины Samsung способны сами разобраться, сколько белья в нее загружено, и самостоятельно подобрать оптимальный режим стирки. Машинка сама решит, сколько нужно полоскать, какой скоростью отжимать белье и все тому подобное. А ведь это не единственная умная функция. Еще есть и Smart Check, которые оснащены пока только самые современные модели. Она способна диагностировать и выявлять всякие там ошибочки и неполадки в работе машины, устранять которые можно при помощи Android-смартфона с установленным на нем приложением. Так что совсем недолго осталось до появления стиралок, умеющих подключаться к интернету. Знаете, мне вот иногда кажется, что скоро стиральные машинки станут умнее своих хозяев. А пользоваться любой стиральной машинкой Samsung очень-очень просто, поворачивая вот эту вот ручку и выбирая нужную программу. И все, можно стирать. Количество программ зависит от модели, но даже у самых простых и доступных есть все самые необходимые, вроде быстрой стирки или стирки деликатных вещей. Более продвинутые решения отличаются дополнительными программами, например, джинсы или даже возможностью запрограммировать собственную программу. Отмыть самые страшные пятна вам поможет режим Eco Bubble. При его включении машинка наполняет воду в барабане пузырьками воздуха. Это не только позволяет улучшить качество стирки, но и стирать в холодной воде, при этом экономя электроэнергию. У простых моделей есть только индикатор, способный показать лишь самую необходимую информацию, вроде времени, оставшегося до конца стирки. А если взять решение покруче, то там будет уже целый цветной экранчик, на котором отображаются все настройки любой выбранной программы. При этом у пользователя есть возможность вносить изменения в предустановленные программы, нажимая на специально предназначенные для этого кнопки. Например, уменьшить скорость отжима или увеличить количество полосканий. Кстати, об отжимах. У современных стиральных машинок Samsung скорость отжима может достигать 800, 1000, 1200 и даже 1400 оборотов в минуту. При этом модели с высокими скоростями оснащаются технологией Samsung VRT Plus, благодаря которой они не производят много шума и не стремятся пуститься в пляс. С такой технологией можете смело устраивать стирку посреди ночи и не опасаться, что прибегут соседи снизу. Также нужно рассказать про систему World Control. Поддерживающие модели способны переносить скачки напряжения до 400 вольт. В случае, когда напряжение в сети очень высокое или очень низкое, машинка останавливает стирку и спокойненько дожидается, когда все нормализуется. Как только это произойдет, процесс стирки возобновляется. Большинство моделей стиральных машинок от Samsung имеют в названии буквы WF, где W означает, собственно, стиральную машинку, а F – фронтальную загрузку. Есть также модели с WD, отличающиеся наличием встроенной
сушилки и WW, выделяющиеся особенным дизайном и продвинутой функциональностью. Также такие модели имеют очень большой барабан, упрощающий загрузку белья. Что же касается последующих цифр и букв, то с ними все весьма запутано. Эта абракадабра может означать наличие дополнительных функций, возможностей и даже цвет машины. Но беда в том, что их много всяких разных, они отличаются от серии к серии, да еще иногда и меняются. Поэтому проще узнать о технических параметрах машины из ее описания. Так надежней. С вами была Катя с обзором от компании Алло стиральных машин южнокорейской компании Samsung. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а также смотрите другие видео. Пока!